Всем привет, с вами Лиса и Йорик. И это канал Виллахплей, и мы продолжаем Half-Life, наконец-таки дождались. Господи, кто это? Чудище какое-то. Откуда он здесь взялся? Я такого не помню. У него один глазик. И давай. Именно в него нам нужно стрелять, я думаю, да? Ой, он жарит. Это 9 хп? Не забывай, что мы играем на высоком уровне сложности. Ты так думаешь? Да. Ты ошибаешься. Ты уже снизил ее? До минимального? Не знаю. Короче, а давай что это за свечение? Не смотреть, а просто играть. Огонь. А что будем с 9 хп-то делать? Как они шарятся? Как они прошли? Это значит, что сердце остановилось. Это всего лишь разминка перед началом настоящего боя. Да как он убивает? Минус 2. Ну куда идти, сюда или туда? Или сюда? Вот он какой огонь, да? Минус одноглазый. А? Ё-моё! Тут трясёт всё. Того монстра надо как-то завалить, ты понимаешь? Мне кажется, он ходит по какому-то... Внизу под ним есть какой-то круг, и может быть там можно пустить огонь и поджариться. Что тут забаркодиловался? Давай, что там скажешь? Вы могли бы включить ток, этот поезд отвезет нас прямо наверх. Я бы и сам попробовал, но до генератора не близко. И, ну и там по пути эти вещи. Эти вещи? Да по пути эти вещи? Не близко ему, понимаешь? Надо генератора, совсем далеко. А то, что ты ранен в живот, тебя это не спущает? Ну-ка, дернем рубильник. А это мы вагонетку должны сюда пригнать? Ну да. Оф, это выключить? Угу. Ой. Все, Йорик стал меткий глаз. Йорик прокачал свой меткий глаз. Минус 2. Но броню он не прокачал. Быстрее. Хорош длиться. Скоро мы придем по чешке. Аптека, у нас все хорошо. Ну, это временно, я думаю. Бочки. Они сами себя подорвали. Мужик, держи руку! Держи! Ты думаешь, там можно убить того, кто там находится? Нет, я хотел, чтобы мужик перестал мучиться. Военный. А, ты хотел убить мужика. Какие-то они жесткие. Да, здесь надо что-то посерьезнее. Дымет? Турель. Сейчас воспользуемся гранатой. Куда побежал? Рус! Ты
было так весело. А чё? Нам надо рад тебе зад. Конечно! Все хп нам снес. Ой, вот эти красные ящики меня пугают. Вот ХП оставили. Да пошел ты! Довольный, да? Довольный, да? Ладно, ладно, сейчас мы тебя наберем. Надо подождать, когда их там побольше соберется. Лиса! Так стрелял бы по ящикам, я бы. Не по тем, которые ближе ящики находятся. За углом слева. А, кстати, да, ты права, чё. Ты, у тебя такие умные мысли приходят, но ты мне о них не рассказываешь. Да я смотрю и удивляюсь, почему ты избегаешь этих ящиков. Чтобы самому не подорваться на них. Самое эффективное — это подствольный гранатомет. Все, никого нет, можно идти. О, кстати. Куда он убежал? Куда ты убежал? Чтобы установить здесь мины. Занято. F6. Один выстрел, ему трупы. Ах ты, противогазе. Подствольник — это вот самое эффективное. Про. Восемь хп. А почему этот хер их не грыз? Вы что, объединились? Ты вы откуда взялись-то вообще? Не все заодно. Он тебя убил. Идет тут своей попкой и двигает. Где там справа? О, надо было их оставить. Что такое-то? Вы чё? Кончаться-то будете? Положение критическое. Пациент при смерти. Положение самоубийственное. Вот сколько там? Что делать будем? Как-то аккуратненько надо идти. Я вижу будущее и предсказываю момент, когда мне повезет. Желание попробовать. Перебыстрее другое оружие. Может, других поможет? Нет, он точно поможет. Какие они бронебойные. Переключаться бессмысленно. Только автомат. Лися, скажи что-нибудь.
Я молюсь за тебя. Какая попытка была? Не знаю. Вроде 25-м. Такое ощущение, как будто я перестрелился с целой армией сейчас. Ну, 2 хп. 2 хп это... Вообще ни о чем. 22. 22 хп это уже получше. Ты сохранился? Я... Есть вероятность, что, скорее всего, да, мы проходим на сложной, потому что это дико сложно. Ты что, в Майнкрафт играешь? Да, ломаю. Ломаю. Стены, кубики, рушим кубики. Прочее. Нам надо спуститься здесь и что-то активировать. Ну, вот ту самую установку, которая уничтожит того монстра. Сохраняйся. У нас больше хп. Да. Ты, кстати, вот... Будешь мне напоминать про... сохранение. Прощай, Мурзик. Знакомая игруха, это ж легендарная хайфа. Давай, если я сейчас не уничтожу эти бочки, то они уничтожат меня. Нет. Мурзик, подожди! Да, с вами легче, чем с людьми. Ну, потому что они действуют одинаково и такие, ну, достаточно немобильные. Предсказуемые. А солдаты, как спецназ настоящие, выпрыгивают. И прямо в цель бьют. Перекатываются, я считаю. Так сказать, вот нам... там мозгосос ходит. Ниже или куда? Тебе не кажется, что вот эти мозгососы, они меня посвящали? Посвящали тебя? Ну да. Кто-то же у меня высосал все мозги. Нет. Значит, у меня все-таки осталось еще капельку мозгов. Это что? Тебя вот эти посвящали? Пиявки. Они же не бьют? Они меня едят. О. А что с этими не делать будем? Похоже на каких-то опарыш. Их не убить. Иди, беги вперед. Заработало! Ничего они нам не делают. Как это, броня уменьшается? Броня уменьшается? Да. Все, умрите. Все, мы активировали установку. Такс. Может здесь быстренько подняться? А нет? Воу! Только не упасть. Как ты прошел? Там же мины установлены. А вот откуда сзади взялись? Кажется, у тебя не особо успешная тактика. Да и те мины поставила бесполезно. Да потому что... А как они появились? Они должны были пройти только там. Все, уходим. Обнаружена кровопотеря. Что делать? Повезло. Взяли себе препятствие, поставили. Да, сами себе проблем создали. Что за звуки? Мы закроем вас там.
таких. Две пульки осталось на револьвер. Я не могу, лучше иди без меня. Хорошо. Мы тоже надеялись, что ты выздоровеешь. Сейчас мы должны завалить его от циклопа. Прям так, вручную? Да нет, нет, нет. Там через ту установку, которую мы активировали. А я бы хотела вручную. Только это будет весьма сложно, он же там сильно урона наносит. Надо пройти туда налево и там до конца, и там что-то сделать. Ну, погнали. О, он даже нас не заметил. Эй! Иди сюда. Хорошо пошло. Это все? Да, глотнул. А вот и наша тачка. Блин, только надо придется два раза возвращаться. Зачем я тогда крутнул колесо? Ну, кто-то очень умный посоветовал тебе покрутить, дернуть рычажок. Все, сейчас отправимся в путь. Найти комплекс Лянда, как я понял, как я помню. Мы тебя берем с собой? Да не, он здесь отдохнет, полежит и потом пойдется. Ого, вот тут проехали.